По центру стоит. Приветствую. Идем быстрее. Короче, надо закрыть. А если ты закроешь, сейчас выходи. Вон оттуда есть проход. Откуда? Да задолбали уже там ходить. Слушай, здесь не пройти, там не пройти. Нет, ходи, здесь смотри. Пусть вообще откроют там. Я буду судить здесь, здесь команда сидит, здесь команда. Пусть откроют там. Открыто там все. Где это? В коридор надо выходить. Почему? А где открыто? Вот так раз и два он там зашел. Так это в коридор надо выходить вообще. Здесь. И что? И вот дверь рядом с коридором. С коридором здесь, здесь не пройти, здесь это что такими кругами выходить. А как выходить? Я? Да. Ну, сейчас открою. Судить нет, неудобно, вы не понимаете, что ли? На что нельзя наступать? Начали. Стоп,
Thank you.
Thank you.
Здрасте. Yeah!
Давай, Карл, бабло!
Thank you.
Да, да.
Спасибо. Не слышу, что я сказал. А что, оттуда плохо видно, да? Thank you.
Давай, какой-то. Давай. Давай. Взять баллон! Смотри!
Спокойно, внимательно. И назад, пол выхода, назад. Пора, лицо плечо. Слушай, заткнись ногами, пожалуйста. Мы с Величко сидели, она там такие первые выдала. Я буду у вас. Все, взял. Буду продавать под брендом петербургские штучки. Не лезь на перевод. Взял, отдал. Можно лезть? Знаешь, Илон? Все по-разному, ты потом оттуда вытаскиваешь. Давай.
Куда ты идешь, мужчина? Построились колонны. Он молодец, он вообще сознательно его вызывал на контратаку. 45-41 Самара вызвал. Научите пока свои. Так я всю жизнь этим занимаюсь. Идите, понимаешь? Нормально научите. А? Кого? Это не мои. А,